Так, поршневая группа VHI VP10 340 E32. Серый, открою ее, помогаю открывать, просто я снимаю. Да просто вот, что входит в комплектность? Пальцы, 6 штук. Вот ты вот так вот эту поднимай. Блин, да. Не поднимается? Да. Вот здесь, я так понимаю, кольца, комплект колец. Да. Кольца, то бишь. Компрессионный, маслосъемный, полностью комплект. Так, мне не получится захватить здесь. Далее. Гильзы. Поршнями. Сейчас одну достану, чтобы посмотреть. Гильза, вот, все ништяк, то бишь, без каких-либо выработок. Ну и вот, собственно, поршни. Вот в таком состоянии. Тефоновое покрытие это, или как оно называется, тефалевое, правильно. Вот. Поршни все промаркированные. То бишь, это говорит о том, что это не подделка, а оригинальные запчасти. VHI. Потому что на коробке тоже все написано. Везде бренд VHI. Вот. Все, выкидывай назад. То есть вот комплект полностью для двигателя. Готовим к отправке.